Пройти к себе домой для местных жителей целое испытание, причем не для слабонервных. Эту арку еще несколько лет назад признали аварийной. Для того, чтобы это сделать, нужна была какая-то специальная экспертиза. Просто можно взять вот так вот рукой любой кирпич, и он вытаскивается из стены. И это полбеды. Есть вероятность, что кирпич упадет на голову. Или на проезжающий мимо автомобиль. Инцидент произошел этим летом. Кирпич свалился и пробил заднее стекло машины. К счастью, все обошлось, никто не пострадал. Однако это ли не звонок к действию? Трагедия может случиться в любой момент. Висят кирпичи, мы здесь ходим, любой дождь, это все летит. Ну, естественно, тут и стены, от этого разрушаются и стены. Вот эта вот вся штукатурка, это падает. У меня на соседку чуть не упала. То есть она хорошо притормозила, перед ней шлепнулось это все. Администрации Ульяновска проблема известна не первый год. Сначала увиливали, мол, ремонт, забота собственников прилегающих территорий. После независимой экспертизы мнение изменилось. Арка признана общественным местом. Ремонт и обслуживание – прямая обязанность города. Только строители и местные жители так и не дождались. Вместо этого ноу-хау, система безопасности от городской власти, сигнальные ленты и бетонные блоки. В настоящее время предприняты меры к ограждению данной арки, чтобы автомобильный транспорт не мог там проезжать. Кроме этого, приняты меры к демонтажу части тех кирпичей, которые кирпичная кладка, где была разрушена. Но в ближайшее время мы найдем подрядчика и восстановим кладку здания, а также аварийную ситуацию с самой аркой. Ускорят процесс общественники, уточнят все нюансы, подадут заявление в прокуратуру. По словам активистов, недопустимо, чтобы вопрос опасности жизни и здоровья граждан оставался нерешенным. Мы направим запрос в прокуратуру. Прокуратура, конечно, в свою очередь обязательно должна принудить муниципальное образование, коль уж муниципальное образование является собственником этой плиты, выполнить эти работы в обязательном порядке. Если случится беда, весь этот ремонт уже никому не будет нужным. Хотя, уверены жители, в миг найдется и подрядная организация, и средства. Как это, к сожалению, обычно и бывает. Максим Бажанов, Валерий Клочков, Юрий Давыдов, репортер 73.